Дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы приготовим гороховую кашу. Это очень простое и полезное блюдо. Рецепт рассчитан на лентяя. Нам потребуется горох, одна кружка, одна морковка и одна луковица. Сначала промываем горох, после чего замачиваем его на несколько часов. Если у вас нет терпения и времени, можно варить сразу. Доводим до кипения, варим около 50 минут на слабом огне. Пока варится горох, приготавливаем заправку из лука и моркови. Нарежем на терке морковь, нарежем лук. Обжариваем на сковородке морковь, затем добавляем нарезанный лук. Постоянно перемешиваем, доводим до золотистого цвета. Гороховую массу солим по вкусу. Перемешиваем до образования пюре. Добавляем в пюре заправку из лука и моркови. Каша готова. По желанию можно подавать с мясом. Спасибо, что просмотрели видео. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока.